французский водопад. Эта причесочка немножечко сложнее, чем обычный водопад, но она очень красивая. Значит, на виске отделяем небольшую прядь. Делим ее на три части и начинаем как французскую косичку. Собственно, это и есть французская косичка. И берем прихват сверху, вплетаем его вниз. Вот эту вот прядь мы делим пополам. Одна часть идет вниз, вторая часть у нас зависает. Таким образом. Снова берем прихват, отправляем его вниз. А эту прядь мы делим, и часть у нас свободно зависает, а часть уходит под низ. Здесь, собственно, можно брать небольшие прихваты, можно и не брать, можно только сверху. Итак, опять прядочка вниз, к ней прихват. А эту прядочку делим пополам. Часть у нас зависает, часть уходит под низ. Прихват. Делим пополам. Уходит вниз. Делаем прихват, прядочку пополам, эта часть под низ. Прихват уходит под низ. Прядочку пополам. Эта часть под низ. Прихват. И так до конца. Единственное, зачем вам нужно тут следить, чтобы каскад не ушел ни вниз, ни вверх. Чтобы мы вышли на том же уровне, на котором начинали. Не забываем делить крайнюю прядочку на две части. И не забываем следить, чтобы у нас каскадик не ушел в сторону. Вот
таким образом. И последний прихватик. Остаток мы проплетаем французской косичкой. Параллельно делаем петушки. Потом мы сделаем красивую такую украшение, такое красивое, цветочек, бутончик. Проплели немножко, опять вытащили. Так вот. С одной стороны желательно, потому что мы будем закручивать внутрь. Такую мохнатие и закрутим. И такую вот красоту. Закрепляем шпильками. И сюда по краю вставляем скромненькие украшения, потому что мы их возьмем побольше. Подчеркну лепестки цветка. Можно внутрь, посмотря, как вы хотите. Закрутить получше, чтобы спиральчика не видно было. Шпилечку убрать. И так вот объем придать цветку. Можно побрызгать лаком и посыпать блестками. Ну, то есть, тут уже ваша фантазия работает. Ну, вот, посмотрите. Здесь струится каскадом водопад. Концы прически, концы волос можно завить мелкой плоечкой. Получится вообще изумительно. Можно пустить ряд украшений вот здесь. Тут уже можно и спиральные украшения, можно и вот такие цветочки посадить. Ну, то есть, как это вам уже захочется. Тогда маленький, конечно, лучше убрать. Веселого вам вечера!